Сегодня 5-летний Данил может играть с машинкой благодаря стараниям врачей и фонду помощи больным детям. У ребенка врожденный порок сердца, такой же, как у его брата, только в более тяжелой форме. Но именно благодаря недугу он познакомился со своей мамой. У меня младший ребенок, он тоже больной, у него тоже порок сердца сильный. Мы лежали на операцию в Кемерово. Ну, там мальчик такой маленький приглянулся. Я даже не знала, что он здесь дома. Но уже после операции как-то познакомились, как-то уже узнала, что он здесь дома. Я его прям там покрестила. Вот. Ну и вот как-то прикипели друг к другу. Ну, вот и решили его все-таки взять. Наталья не побоялась забрать ребенка с тяжелым заболеванием, но одной смелости оказалось мало. Лекарства, которые требуются мальчику постоянно, стоят около 200 тысяч за упаковку. Ее хватает только на 2 месяца. Естественно, семья, где живут еще 3 детей, не может себе позволить таких расходов. Но сегодня Данилу подарили сертификат на необходимые медикаменты. Деньги на дорогостоящее лечение появились благодаря губернатору Аману Тулееву. Всего более 40 миллионов. Только за счет тех предметов, которые губернатор из личных своих коллекций, из тех подарков, которые ему дарили знаменитые россияне, предоставил на аукцион. То есть всего... До сегодняшнего дня нами было пролечено благодаря этой акции 166 маленьких кузбасских ребятишек. Ну и 70 тех ребятишек, которых мы добавим, вот такая сумма получится. Дирижерская палочка Гергиева, перчатки Федора Емельяненко, ракетка Марата Сафина, сумочка Софи Лорен. Знаменитости наверняка не подозревают, что подарки, которые они преподнесли Аману Тулееву, спасают жизни малышей. Последний 7-й благотворительный аукцион прошел на днях, и только на нем удалось выручить больше 10 миллионов рублей. И такие торги пройдут еще не раз. Анна Муравьева, Александрина Сысенко, Александр Архипенко. Новости моего города.